Всем зрителям канала Райская усадьба привет. Сегодня у нас 22 июня 2017 года. Построили мы теплицу. Арочная крепыш. Шириной 3 метра, длиной 4 метра. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. С другого торца просто форточка. Арки у нас выполнены из трубы 20 на 40. Сверху приварен усилитель. Теплица поэтому и называется крепыш, потому что арки усиленные. Усиленные плюс более прочные из-за того, что профиль не 20 на 20, а шириной 40 мм. Сама конструкция у нас стоит на деревянном основании, которое подготовил клиент. Мы его слегка усилили, чтобы она не улетела. То есть вбили пару колышков по диагонали для большей уверенности. Поликарбонат у нас 4 мм, 0,7 плотности. Началась у нас история постройки этой теплицы вот с этого каркаса, слегка, мягко говоря, погнутого. Что было? Он стоял на старом основании. Порыв ветра, каркас пошел вот к тому соседу, который сейчас там сходит. И на том участке, в принципе, и задержался. Клиент пришел, увидел, что теплица лежит на другом участке, решил заказать новую. Старую, соответственно, разобрали. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!